Ну, а мы движемся дальше. И вот, наконец-то, Миш, мы переходим к нашему специальному предложению. Так здорово, что цена у нас сохранилась прошлого года. Несмотря на то, что на бытовую технику сейчас в магазине так взлетели цены, но мы кремень шоппинг-шоу, мы держим цены, чтобы радовать вас. Вот он, горшочек. Непростой горшочек, это который исполняет желание. Помните сказку? Горшочек, вари. Так вот, это ваш горшочек. Выгода в 1350 рублей. Ну а теперь давайте разбираться. В этой в этом чудо-горшочке мне очень нравится, что здесь крышка стеклянная, она съемная. Миш, я никогда ни разу не видела ни на одной, например, мультиварке, чтобы съемная была прозрачная крышка, не сталкивалась с этим, и чтобы была такая форма. Эта крышка, во-первых, чем она хороша? Она стеклянная. Вы можете, не открывая крышку, не обжигаясь паром, контролировать процесс приготовления. И второе, то есть мультиварка, да, это когда открываешь и пытаешься что-то достать. Здесь все намного проще. А что это у нас так вкусно пахнет здесь? Это говядина по-бургундски. Пам, говядина! Слушай, ну она прям как будто в таком количестве большом соуса. Для него очень важно, она должна оставаться сочная. Оль, смотри. Сочная! Посмотри, какая красота. Вау. Вот она. А какой запах, боже мой! Итак, чтобы приготовить в чудо-горшочке мистери говядину, какие есть секреты? Что нужно соблюдать, Миша? Рассказывай. Главное и основное, наверное, это... горшочек мистери. Это потому раз. Что, это, объясню почему. Потому что в него можно положить абсолютно любой кусок мяса говядины. То есть даже жесткая говядина, благодаря высокой температуре, закрытой крышке, отсутствию воздуха лишнего, то есть весь воздух вращается внутри. Ага. Ну уже давай посмотрим на нее. Посмотрите, вилочкой, вот так. А вы можете приготовить у себя дома на кухне мясо, говядину, чтобы она вот так вот получилась мягкой, чтобы она получилась разваристой. И это говядина, которую готовили в чудо-горшочке мистери. Расскажи, пожалуйста, если это не секретный, конечно, рецепт, как готовить говядину в чудо-горшочке, что необходимо нам? Итак, записывайте, друзья. Берем большой кусок мяса, 1,5 килограмма. Сначала в режиме обжарки, я сейчас покажу вам как. А давай сразу показывать. Давай, давайте, сразу пойдем. Посмотрим. А я пока попробую. Как раз у нас здесь разогрелось, добрали нужную температуру. Здесь наш горшочек стоит на режиме обжарки. То есть он сейчас нам выдает 240 градусов. Благодаря этому мы получим очень сочную, хорошую хрустящую корочку на мясе. Слышишь звук? Да, прям шипит, она будет... Начинает... ни в одной мультиварке у тебя так не получится, потому что 240 градусов позволяет сохранить весь вкус внутри мяса. То есть мы сначала мясо обжариваем со всех сторон, затем добавляем туда овощи, красное вино, томатный красный соус, заливаем все это и оставляем тушиться. В зависимости от веса мяса зависит время тушения. Чем больше кусок, соответственно, друзья, тем дольше. Оставайтесь с нами, и я вам позже покажу, как дальше это готовится. Ну, а я хочу сказать, что так вкусно, так аппетитно. Я еще ни разу не пробовала говядину, чтобы она была такая мягкая и нежная. В чем секрет? Чудо-горшочки, это раз. И, во-вторых, конечно, в рецепте мы будем в процессе нашего эфира возвращаться к этому куску. И до конца обязательно расскажем рецепт. А сейчас... я покажу, как чудо-горшочек приготовит прекрасный картофель фри. Обрати внимание, сколько много картошки здесь. Слушай, да, много. Здесь 500 грамм картофеля. И посмотри, как хорошо разогрето масло. То есть, это очень важно. Чудо-горшочек мистери очень хорошо держит высокую температуру. Так. Благодаря этому мы можем готовить большое количество овощей фри или картофеля фри одновременно. А можно приготовить пончики? Без проблем. А можно приготовить хворост? С удовольствием. А можно еще приготовить прекрасный чурос. Это что такое? Это испанские жареные во фритюре палочки, очень похожие на наш... Песочное тесто, песочное, но дрожжевое тесто. О, вы представляете, дрожжевое, песочное тесто и палочки как будто опускаются так же, как сейчас картошка. Они прямо с кондитерского мешка выдавливаются во фритюр, кусочками жарятся, а потом вылавливаются. Такой жирный десерт. Ну, это тоже иногда хочется. Ух! А вы хотите питаться вкусно? Заказывайте чудо-горшочек мистери и с наслаждением обязательно почуйте своих гостей. Ведь когда мы приглашаем гостей, мы хотим их удивить. Ничто другое
не сможет такое произвести впечатление на ваших гостей, как горшочек мистери. Это чудо-горшочек. Потому что он готовит сам, у него функция мультиварки. То есть вы выбираете функцию, нажимаете кнопку старт и готовится чудо в чудо-горшочке. Например, как сейчас у нас куриные грудки, куриные грудки я приготовил на пару. Ну, люблю я это дело. Так. И очень важно для куриных грудок, они остаются сочными, когда готовятся на пару. Это очень важно. Часто вы получали в результате сочные куриные грудки? Слушай, нет, это так сложно. Для того, чтобы получили сочные, нужно соблюсти обязательно, конечно, рецептуру, но и температурный режим. А здесь все уже продумано. Причем, вы видели? Вот сейчас Миша снял с первого яруса куриные грудки, выложил их уже на тарелку, но тут же это что у нас? А внизу у нас готов суп. Суп? Я взял, смотри, я его абсолютно просто приготовил. Так. Перед тем, как готовить грудки, я положил в нашу чудо-печь картофель, овощную смесь, добавил куриную грудку, залил бульоном. Или можно просто даже водой залить. Добавить нужные специи, немного зелени и готово. Я дальше пошел заниматься своими делами. Я дальше пошел готовиться к эфиру. А это приготовилось само. Вы представляете? Вы точно так же заложили все продукты, выбрали функцию, нажали кнопку старт и пошли гулять на улицу со своими внуками, детьми, со своими собаками. Абсолютно приятно прийти домой. На запах вкуснятины, ведь чудо-горшочек будет готовить за вас и без вас. Легкое управление, абсолютно простое. Ну а тем временем давайте посмотрим, что у нас еще происходит дальше. Посмотри, какая прекрасная, вот прям, я не знаю, слышно мне? Мне слышно, какая твердая, плотная корочка получается на этом мясе. Слышите, как она жарится, а аромат просто не передать. Именно вкус мяса. Потом весь этот вкус мяса останется в готовом блюде. То есть сейчас мы делаем корочку. Вот сейчас мы зажарим со всех сторон кусок мяса для того, чтобы в дальнейшем протушить. Правильно? Абсолютно верно. Посмотри, сколько он у меня жарится, а практически нет ничего. И он сам не прилипает. Так. Все остается здесь. Еще хочу обратить внимание, что благодаря квадратной форме, то есть здесь не круглая, а именно квадратная форма, то есть можно больше приготовить. Вы можете больше заложить продуктов в чудо-горшочек. Слушай, котлетки. Правда же? С удовольствием. Котлетки. У нас сколько здесь получится котлеток? Заказывайте чудо-горшочек мистери и готовьте любимое блюдо. И обязательно пробуйте что-то новое. Бесплатная доставка от суммы заказа 4900. Положите обязательно сегодня чудо-горшочек, ведь цена удивительно низкая. Продержится только до 12 часов ночи. Красного цвета осталось очень мало. Есть еще цвет бежевый. Вот он, крем-брюле, который полюбил наш повар Михаил. Но есть еще и белый. Между прочим, ты знаешь, я хочу отметить, что вот мы приготовили мясо, и мне очень понравился вкус, мне понравилась сочность внутри. Абсолютно верно. Я уже об этом говорил и буду говорить, и говорю сейчас. Благодаря правильной форме и циркуляции воздуха именно внутри чудо-горшочка, все остается внутри, все остается именно в продукте, который ты готовишь. Верно? Итак, заказывайте, экономьте, ведь сегодня такая максимальная выгода. И делайте подарки себе и своим любимым чудо-горшочек мистери. В чем уникальность предложения? Во-первых, он многофункционален. Я расскажу, что именно. Это фритюр, как ни странно, фритюр с температурой 240 градусов. Это кастрюля, то есть в ней можно варить 5 литров супа. Это прекрасная сковорода с антипригарным покрытием. И я вам уже показывал и буду показывать, как прекрасно в ней жарится мясо. И это пароварка. То есть она одновременно готовит на двух ярусах. Снизу готовится суп, сверху на пару готовятся овощи. Ну что ж, прямо сейчас вы успеваете сделать свой заказ. Оформляйте, готовьте, наслаждайтесь. Ведь какова еда и питье, таково и житье, гласит пословица народная. Заказывайте чудо-горшочек, и у вас всегда будет вкусная еда. Вообще, готовить вкусно – это целое искусство, но чудо-горшочек нам в этом помогает.